Уважаемые граждане России, в ближайшее воскресенье, 2 марта, состоится важнейшее политическое событие – выборы президента нашей страны. 3 месяца назад мы с вами избрали новый парламент, и он уже активно работает. А послезавтра нам предстоит проголосовать за нового президента и тем самым завершить второй и решающий этап обновления высшей власти. Движение России вперед не должно быть остановлено. Перемены к лучшему должны быть продолжены. Именно поэтому на ближайшие годы поставлены сложные и крупные задачи. Как лучше и быстрее достичь этих целей? И кто принесет на посту главы государства реальную пользу миллионам людей, всем гражданам нашей великой Родины? В эти дни у каждого есть возможность самостоятельно ответить на эти вопросы и на выборах президента России сделать свой осознанный выбор. Дорогие друзья, мы все хорошо понимаем, как велика роль и ответственность главы такого государства, как Россия. И как важно для него доверие граждан. Насколько оно необходимо для эффективной и уверенной работы на посту президента, для обеспечения стабильности в стране. И потому 2 марта будет важен каждый ваш голос. Важно мнение каждого из вас. Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами будущее. За будущее России.